честь торжества рано утром на территории училища осветили храм часовню Георгия Победоносца, который считается покровителем русских воинов. Это место намоленное. Здесь находился храм 17 века в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Его разрушили в советское время. Первыми прихожанами стали курсанты и преподаватели училища. Они исповедались и причастились. После службы празднование переместилось на аллею героев. Здесь открыли памятник основателю воздушно-десантных войск Василию Маргелову. Мирно! Проверим на середину! Отряду! На аллее героев заложили капсулу с посланием будущим выпускникам училища. Ее вскроют, когда училищу исполнится 150 лет. Кроме того, на аллее установили бюст выпускнику училища Валерию Осапову. В прошлом году он погиб во время операции в Сирии. За героизм и мужество ему посмертно присвоили звание Героя России. Основой доблести и героизма гвардейцев-десантников был и есть несокрушимый моральный дух и любовь к родине. По служном списке училища 135 героев Советского Союза и Российской Федерации. 143 выпускника училища стали генералами. Среди выпускников училища многие занимают руководящие должности в Министерстве обороны, в государственных органах власти, а также возглавляют субъекты нашего государства. В честь столетия училища состоялось награждение отличившихся офицеров-десантников, ветеранов ВДВ и прошла церемония присвоения внеочередных званий. В Рязань на праздник приехал сын Василия Маргелова Виталий. Он поздравил учебное заведение с юбилеем и поблагодарил за сохранение десантных традиций. Накануне праздника семья приняла решение передать в музей училища ВДВ парадный мундир Василия Маргелова. Большая честь, что училище носит имя генерала армии Маргелова. В этой связи мы решили, причем решили единодушно, единогласно, что парадный мундир отца со всеми его наградами должен быть в Рязани, должен быть в музее воздушно-десантных войск. В этот день в училище ВДВ дали старт акции военной службы по контракту «Твой выбор», который продлится 7 дней. Прийти на пункт отбора смогли все желающие. На Рязанщине свято чтут ратные традиции и хранят память о тех, кто отстаивал независимость Родины. И в настоящее время службу военную нашу по контракту проходят свыше 5000 земляков. Ваших земляков-рязанцев, каждый третий из которых – это офицер. В Рязани и населенных пунктах области уже начали работать 2 мобильных комплекса отбора на военную службу по контракту, где можно получить консультацию. Самая зрелищная часть – показательные выступления. Десантник никогда не сдается. Спи с ног, сражайся на коленях. Встать не можешь, лежа наступай. Рязанскому гвардейскому десантному училищу! Гостями праздника стали выпускники разных лет, курсанты и их родные. Мой сын получил полковника 2 года назад и продолжает традиции своего дедушки, который погиб 5 мая 44 года в Белоруссии. Мои традиции. И внук подрастает. Я уверен, что он будет носить погоны. Здесь мой сын учится. Уже на 3-м курсе. Поэтому он пригласил, приезжайте, пожалуйста, родители. Мы приехали, хотя издалека, с Воронежской области. Очень доволен службой. И мы тоже довольны, что он здесь учится, в таком легендарном училище. На этом празднование столетия училища не заканчивается. Торжественные мероприятия намечены также на 13 и 17 ноября. Денис Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».